и вас интересует, как определить жесткость воды, как ее измерить. Все очень просто. Для этого нужен специальный химический тестовый прибор. Называется pH. Но где его купить? Идите в зоомагазин, найдите отдел, где продают аквариумы, и там спросите данный тестовый прибор. pH. Он определяет уровень жесткости воды в аквариуме, но это не значит, что он может работать только с ними, то есть с аквариумами. Он может проверить любую воду. Стоит он недорого, примерно 200-300 рублей. В нем есть специальный флакон с химическим составом. Оттуда выдавливаются несколько капель, их добавляют в воду, смотрят, как она будет менять свой цвет. От этого будет зависеть уровень жесткости. Подробности вы прочитаете в инструкции. Ничего сложного в этом нет. Этот самый pH-тест бывает санкт-петербургского и бывает германского производства. Я рекомендую вам германский, он, как правило, стоит дороже, но показывает более качественно и более точно.